На Личине продолжается чествование и поощрение лучших работников животноводческой отрасли в рамках республиканской акции «Наш животновод». Председатель районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Марсов побывал в сельхозпредприятиях региона и вручил подарки тем, кто по итогам 2020 года имеет достижения в производстве мясомолочной продукции. Отмечены были животноводы, операторы машинного доения, операторы по искусственному осеменению и ветврачи. Всего был посещен 41 животноводческий объект и награждены более 90 работников данной отрасли. В совхозе Лицкий сюрприз председатель районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Марсов сделал коллективом молочно-товарного комплекса «Крыницы» и молочно-товарных ферм «Великое село», «Мигуны» и «Гуды». Мы с большим удовольствием поблагодарили работников за их нелегкий труд. И лучших из них наградили дипломами, а также к награждению присоединились и работники хозяйства. Вот всего мы наградили 8 животноводов, операторов машинного доения, животноводов по уходу за телятами. Большое спасибо им всем за труд и так держать и в дальнейшем, чтобы наша животноводческая отрасль занимала передовые позиции. Оператор по искусственному осеменению животных совхоза «Лицкий» Виктор Выростко по итогам 2020 года стал победителем областного соревнования среди своих коллег, за что и был награжден дипломом первой степени Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Достижения, большинство мои, но и всего коллектива включительно. Также хотелось сказать большое спасибо профсоюзу, нашему директору Ханько Михаилу Антоновичу за то, что обратили на меня внимание и наградили, соответственно, грамотой и денежной премией.